Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала. Здравствуйте, уважаемые рыбы, заключающие мой знак зодиака по моим раскладам. Что ж, с вами Людмила, канал Тортология. И я сегодня вам предлагаю расклад на ноябрь. На ноябрь месяц этого года. С вопросом, что ожидает вас в ноябре, уважаемые мои рыбки. И как будет протекать месяц для вас. Ну, давайте смотреть. Туз мечей. Шестерочка кубков. Шестерочка мечей. А карта суд. Хочу посмотреть, о чем она говорит. Рыцарь мечей. Ну что ж, мечи вокруг вас. Это говорит о том, что у вас какие-то действия. Действия, хаотичность. Какой-то месяц у вас получается быстрый в действиях. Причем вы знаете, что хочу сказать? Какое-то перерождение, возрождение потребует вашего внимания и ваших действий, но настолько быстрых, что вы прям, ну вот, будете терять голову на ходу. Значит, будьте осторожны, внимательны, что вы там будете действовать. И тут же туз говорит мечей. Он тоже говорит о том, что у вас будет вот возрождение, что-то новое, вы захотите делать. А что делать? Я перекрыла туза императрицей. Хорошая карта. В плане того, что вот эти вот дела, которые вы хотите начать в ноябре, какие-то действия, требующие вашего внимания, они будут заложены в благоприятное, прибыльное будущее, можно так сказать. Вот императрица, она... Вот спокойная такая сейчас, но она целенаправленная и с положительным результатом. То есть в конечном итоге то, что вы сейчас вот там заложите, оно вам даст всходы, даст хорошую прибыль, и вы будете этому рады. Ну, а тон месяц дает шестерочка кубков. Опять же, у нас техногенный век сейчас, все у нас на интернете, и вот нарисуются у вас какие-то там, опять же, знакомые старые откуда-то, может быть, даже, вероятно всего, что захотят встретиться. Вот, ну, вот ноябрь у вас в воспоминаниях, в таких приятных, о прошлом, со своими друзьями и, возможно, даже встречи с ними. Вот. Что уходит в прошлое? Уходит не в прошлое, а в незначимое. В незначимое уходит, если вы намечали куда-то какую-то поездку, то можете на нее не рассчитывать, она не исполнится в ноябре месяце, у вас нет шансов куда-то выдвинуться и, как говорится, увидеть какие-то новые берега, новые виды города. Вот такой вот получился. Что я хочу все-таки сказать еще, на что акцентировать внимание? Вот это вот возрождение, перерождение, где вы захотите, вы прям рванетесь в этот бой, чтобы вот водворить в жизнь, предварить. И вы... Не потеряйте голову, я повторюсь, действуйте осторожно, потому что вы, знаете, как говорится, у вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать даже времени на размышления. Осторожно действуйте, чтобы аккуратненько все получилось, чтобы хорошо получилось, чтобы императрица вышла в итоге в благополучный исход, то нужно вот действовать осторожно. Ну вот такой вот неплохой расклад, я считаю, что ноябрь. Просто действенный, вам не придется отдыхать сильно. Ну и, в общем, и целом неплохо. Ну что ж, повторюсь, для новичков, кто забежал впервые, оставайтесь со мной, подписывайтесь. Я в конце каждого месяца даю расклад на следующий месяц. И
Следите за моими выпусками. С вами была Людмила, канал Тартология. Я желаю вам в первую очередь здоровья, благополучия и успехов. Всем пока!